9 августа 2018 года небольшой московский больничный храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона при ЦКБ номер 1 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» собрал сразу 7 участников фестиваля православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Храм был освящен 28 июня 2000 года святейшим патриархом московским и всея Руси Алексеем II. В этом же году храму была подарена частица мощей святителя Пантелеймона из свято-пантелеймонового монастыря, расположенного на святой горе Афон. Причащаться можно тем, кто готовился к причастию, кто не имеет смертных грехов или запрещения от священия. Господи Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, причащается раба Божия вина, восставление грехов своих и жизни вечной. Честные святые тела и крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, причащается раба Божия, Алла, восставление грехов своих. И святые тела крови Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, причащается раб Божий Александр, восставление грехов своих и жизни вечной. Честные святые тела крови Господа. После праздничной божественной литургии состоялся концерт с участием четверых певчих храма и трех гостей, приехавших сюда из разных городов Подмосковья. Мы в реке. Помню, бабушка молилась у иконы в уголке. Лик свечою освещенный молча бабушке внимал. Я в то время, а не крещенный, ничего не понимал. И как наполненные счастьем я запомнил эти дни, а из молитвы бабы Насти лишь спаси и сохрани. Детство растворилось в прошлом, повзрослел, набрался силу.
бегал заповеди Божьих и прощения не просил. Торопился жить на свете, и завертелась карусель. То ловил попутный ветер, а то наскакивал на мир. Сам себе писал законы, но только стал я тосковать. И бабу Настю у иконы чаще начал вспоминать. И в разгар духовной битвы помогали мне они, те два слова из молитвы: лишь спаси и сохрани. И вроде стал мудрее и старше, и вроде жизнь уже не та, но если бросить все на чашу, перевесит чернота. А то ли кто-то помолился, но стал чуть-чуть другим уже. Крест на шее появился и надежда на душе. Не уверен, что сумею гири сдвинуть на весах, но даже если не успею, я не поверну назад. Тянет к низу злая ноша, нагрешил так и тяни. Я, конечно, грешник, Боже, но спаси и сохрани. Тянет к низу злая ноша, нагрешил так и тяни. Я, конечно, грешник, Боже, но спаси и сохрани. Спаси и сохрани. Спасибо. Виталий, поздравляю вас с праздником Целителя Пантелеймона. Знаю, что вы впервые в этом храме. Хотела бы узнать о ваших впечатлениях и чтобы вы рассказали о прошедшем фестивале «Арзамасские купола», где мы с вами познакомились. Да, я впервые в этом храме. Очень уютный, такой по-домашнему. Мне понравился. Вот этот храм, он точно не похож ни на один тот, который из тех, которых я был, даже которые посвящены Целителю Пантелеймону. Достаточно было переступить порог, и все, и суета сразу ушла, и я погрузился. Вот, слава Богу. Ну, я надеюсь, я в этом храме не последний раз. Живу я в Одинцово далеко, но в храмы, которым душа лежит, я все равно приезжаю. Вот поэтому я очень надеюсь, что я еще сюда приеду. Вот, и батюшка мне ваш очень понравился. И во время исповеди, и на службе. Ну, все понравилось. Расскажите, пожалуйста, о прошедшем недавно фестивале «Арзамасские купола». Вы там стали лауреатом, получили специальный приз за преданность православным песням, да? Расскажите вот о себе немножко. Как вы попали на фестиваль и ваши впечатления? На «Арзамасских куполах» я уже второй раз. В прошлом году я выступал, в первый раз услышал об этом фестивале от своих друзей. Вот в этом году меня пригласили, и я боялся, что будет что-то похожее. Вот, и на самом деле такое ощущение, что в первый раз, потому что ну, очень хорошая организация, очень высокий уровень, и светское руководство на уровне мэра и руководство области, и владыка Георгий. Все было организовано замечательно. Уровень исполнительный очень высокий. Вот. Ну и вообще тематика патриотические православные песни, это вот то, что душу греет. Вот. И я понял, что не будет похожего. Даже если я третий раз приеду, все равно будет все будет по-другому, все будет много море разных эмоций, новых впечатлений, опять же новые лица, знакомства. И благодать Божия такая, мы же как раз на Серафима Саровского на праздник принесения мощей, обретения мощей. И вот как раз мы
организовали организаторы поездку в Дивеево. Мы были на праздничной литургии 1 числа, причастились, там, по канавке прошлись, окунулись в источники. Ну, настолько это все было так, духовно полноценно, что у меня самые теплые воспоминания. И до сих пор, вот я как бы, может быть, даже еще не отошел вот от этих ощущений. Вот, я очень благодарен за такой фестиваль, что он есть. Я думаю, что если бы в каждом русском городе был такой фестиваль, это было бы здорово, потому что итоговый концерт был на главной площади, собрался весь город, open-air такой. И много говорилось о самом городе, об его истории, о православных корнях. И очень много было молодежи. И вот любовь к родному городу, к своей стране, к своей истории, вот через такие фестивали она и достигается, наверное. Вот в двух словах. Фамилия Маса Востенкова. Я автор-исполнитель православных патриотических песен. Вот, в этом храме святого Пантелеймона я уже не в первый раз. У нас были тематические вечера, посвященные святому Луки Войно-Ясенецкому, также Иоанну Шанхайскому. Вот, и я написала песню Луки Войно-Ясенецкому посвятила, и также святителю Пантелеймону, целителю Пантелеймону. Вот, которую я сегодня исполню, конечно. Меня сподвигла на написание этой песни молитва святому Пантелеймону, где говорится о том, что наши болезни нам посылаются за наши грехи. То есть, если мы посмотрели куда-то не в ту сторону, то могут и глаза заболеть. Если, например, мы сказали плохое слово, что-то может случиться с нами, ну, какие-то неприятности у нас могут начаться. И вот я написала такую песню. В этом храме я уже как родная. Я прихожу и вижу знакомые лица, и батюшки, и прихожане. Многие меня знают уже, и приглашают, и ждут. И точно так же я уже прихожу, как в родной дом. Храм, конечно, очень нравится, и всегда с радостью откликаюсь, когда меня вот приглашают сюда. Вот, я участница фестиваля «Арзамасские купола». Конечно, в первую очередь поразил Арзамас. То есть такой зеленый город, небольшой, но столько храмов, столько на Соборной площади, там очень много монастырей. И, конечно, близость Серафима Саровского. Тоже я посвятила песню Серафиму Саровскому. Называется «Радость моя». Вот. Очень понравилось и на литургии, и сам концерт. И много друзей как бы мы встретили и из Москвы, и Подмосковья, и даже из-за рубежа были. Помолюсь, попрошу Пантелеймона, целителя, страстотерпче святой, вознеси мольбы ко Спасителю. Как от зубов ехидной подлой нас от неверья исцели, о Пантелеймон, врач безмездный, за нас Христа ты умоли. Ведь мы болим душой и телом, мы от грехов своих болим, болим от гнева, лжи и лени, что в сердце нет любви, болим. Помолюсь, расскажу Пантелеймону, целителю, что живем на земле, становясь для зла обителью. Заветов Бога не хранили, постом, молитвой не живем, и в храм Господень не спешили, и от соблазнов не уйдем. И вот болим душой и телом от неисцельных ран, болим от бранных слов, от блудных взглядов и от гордыни мы.
помолюсь, попрошу Пантелеймона, целителя страстотерпче святой, вознеси мольбы ко Спасителю. Святый великомученичий целителю Пантелеймоне, моли Бога о нас. Забудем, тут сквер пройдемся ж до конца. Найдем любимейшую дверь, за ней ряд кресел золоченых, куда с восторгом увлеченных внесем мы тихий груз своих потерь. Несем мы тихий груз своих потерь. Какая музыка была, какая музыка звучала, она совсем не поучала, а лишь тихонечко звала, звала. Добро считать добром, а хлеб считать благодеянием, страдание вынести страданием, а душу греть вином или огнем, а душу греть вином или огнем. Отметил и дальнюю показал. Там было очень хорошо, и все забыто, что сменит жизнь свои одежды. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Владимир Коновалов, Ольга Коновалова, Ирина Ахундова, Олег Карпушин. Специально для православного телеканала «Добро ТВ».